И снова здравствуйте, друзья, опять с вами Мишаня. Сегодня у нас очередная распаковочка рыболовных приманок, как всегда от фирмы Birkin. Заказал я 4 приманочки, пришли как всегда 3 недели, это средняя доставка. Ну что, поближе рассмотрим, сейчас я их достану. Пупырышка конверт, как всегда в конверте видим идет наклейка. Достаем наклеечку, ну Birkin всегда выкладывает свои наклеечки. А вот и сами приманочки. Так, еще 2. И наклеечка. Где ты там? Есть у нас наклеечка. И также наклеечка. Ну а сейчас поближе остановимся на приманках. Естественно, это копии. Заказывал я копии на Jackal Squad Minnow в разных размерах. Ну, сейчас мы открою и более поподробнее. Давайте сначала мы побольше рассмотрим. Приманки, как всегда, поставляются вот в таких коробках из блистера. Но на коробке общие характеристики и конкретики про тот или иной воблер вообще никакой. То есть уже надо смотреть про характеристики на сайте у продавца. Но тем не менее, общая коробочка, только разные. Сверху название, спару, байсик, сликер. Ну, очень удобно, что и приходят в коробках, так как во время транспортировки малая вероятность повреждения самих приманок. Давайте сначала рассмотрим 2 приманки побольше. Это, повторюсь, копия на Jackal Squad Minnow, но в 95 размере. Итак, пробежимся по весу приманки. Продавцом заявленный вес приманки 14,8 грамм. Ну, сейчас мы в этом хотим убедиться. 14,15 и грамм. Но здесь еще стоит резинка. Возможно, и 14,8 заявлен. Так, следующая приманка. Также почти 15 грамм. 15. Контрольный сделаем. Также 15 грамм. Ну, за счет резинки, может, набегает там 0,2 грамма. Может быть. И в оригинале, если брать приманочку от Jackal, в оригинале она весит всего-навсего 14 грамм. Здесь немножко больше, 15 на 1 грамм больше. Тем не менее, почему заказал, остановился на этих воблерах. Сейчас весы уберу. Чем мне все-таки понравились эти приманки? Друзья, смотрите, одна сторона, это цвет такой золотистый, или так слегка копченой рыбки. Второй идет натурал. И вот в таком блеске идет сам воблер. Вообще шикарно. Выполнение, как будто голограмма 3D идет. Вообще, видите, как переливается. И с другой стороны вот такой. Были у меня такие двухсторонники от Ita Shiner. Вообще, они, можно сказать, рвали рыбу. То есть очень уловистые приманки. Сверху над воблером приманка M95. Squad SP95 Suspender. Заявлены как Suspender, но мы попозже проверим в воде, как они будут себя вести. Ну а это как будто уже идет в Matte Tiger цвете и Fire Tiger цвет. Ну вот такие тоже интересные приманочки. Лопатка, что интересно, что лопатка имеет небольшое вот такое углубление. То есть очень интересно сделано. Это сделано для игры воблера. Ну, кто ловил оригиналами или ими уже ловил или разловил, я надеюсь, что все-таки эти приманочки будут работать, так как мне очень понравились эти двухсторонние цвета. Так, на крючках, петлях я останавливаться не буду, так как Birkin уже себя зарекомендовал положительно во всем, но бывают исключения. Это, друзья, Китай. Всякое бывает. Если смотреть на петли, присматриваться, если у кого возникают какие-то сомнения насчет где-то отверстий, не поленитесь, снимите крючка, кольцо и капелькой клея, там 505, 555, любим загнать туда, где-то во избежание, чтобы воблер не пил воду. В общем, покраска, но на этом видите, останавливаться не буду. Все как шикарно сделано. В общем, воблер шикарно. Что один, что другой. Давайте пока эти отложим в сторону и просмотрим меньшего ихнего брата. Сразу проверим на погремушку их, пока кольца резинкой. Не знаю, как
Ну, короче, не сильно гремящий. То есть шары в них есть, но они, наверное, скорее всего, не для погремушки, а для дальности заброса. Ну, также рассмотрим ихнего меньшего брата. Это тот же самый копия на Джекал Сквад Мином, только уже в 65-м размере. И заявлены они тоже идут как суспендеры. Макс Квад, Биркин. Также, друзья, что интересно, заказал двухсторонники, то есть в двух цветах. Мне очень они нравятся. Я не знаю, как, ну очень нравится. Особенно вот этот. Такой, это не голограмма, это такая покраска идет, блестящий, под уклеечку, под копченую рыбку, с другой стороны под копченую рыбу, это вообще шикарно. Ну и также Mad Tiger, Fire Tiger и Mad Tiger. Ну немножко он как не Mad Tiger, а вот такой неоновый цвет идет, голубенький. Но все равно, тем не менее, мне эта расцветка нравится. Также, друзья, останавливаться на петлях, кольцах я не буду, на крючках, так как уже всем известно, что Биркин уже делает очень качественные. Но это Китай попадаются. И, как говорится, где-то трещина, где-то петлями могут пить воду. Если возникают сомнения, не поленитель с капелькой клея загоните, пускай за... полирует это отверстие. Так, на весы. Изготовитель заявляет, что на весах Максклад должен весить в 65-м размере должен весить 6 грамм. Посмотрим. 6 грамм. Так и есть. Учитывая с этой резинкой все-таки 6 грамм. 6 грамм. Как и есть. Хотя в оригинале такой же Максклад в 65-м размере должен весить 5,8 грамм. Но бывают случаи, что и китайские плюс-минус 0,2 грамма где-то не играет. Так что это еще не показатель. Контрольный 6 грамм. Вот у нас небольшой такой бассейн для испытания воблеров. Ну и сам воблерки уже резинки я поснимал. Ну давайте ополоскаем его. Опа. Что ты у нас, дружище? Как будто ты всплываешь у нас. Всплывает, и то хвостом вверх. Так сделаем шары. То же самое. То есть он все время занимает положение головой вниз. Давайте бросим брата к нему. А брат как будто тонет. Лег на дно. Не шевелится. Значит, что получается, что у нас один суспендер, а другой нет. Очень интересно проверить Максклад Mad Tiger, так сказать. Посмотрим. Все-таки он тонет. Вот так подгрузил я поводком. Повторюсь, поводок 0. Диаметре 0,3, где-то 18, 180 миллиметров. Опускаем. Что у нас с поводком? С поводком пошел на дно. Так что хочу сказать, друзья, что поводком или без поводка, флюорокарбоновым поводком, можно регулировать, как сказать, вот эту плавучесть воблера. Ну, можно сказать, что практически они суспендеры. Проверим меньшего ихнего брата. Максклад в 65-м размере. Mad Tiger, давайте, бросаем. Опа! Пошел ко дну. Тих, подпрыгнул. Ну, можно. Где-то в толще воды он... полюба застынет, так как суспендер, плотность воды, давление, он все равно на какой-то глубине застынет. Хотя заявленная глубина этих воблеров где-то от 0,6 до 1,5 метра. Так, уклеечку, погнали. Чик, уклейка. Нырнула и медленно всплывает. Как подводная лодка. Медленно всплывает. Если подгрузить ее поводочком, будет идеальный суспендер. Ну, повторюсь, за счет поводков можно регулировать плавучесть воблера, делать его более тонущим. Тонущим можно его железно подгрузить поводком, карабином, чем угодно. Ну, как изготовитель заявляет, что суспендеры, можно с уверенностью сказать, так оно и есть. Почему-то одни тонут,
медленно, другие медленно всплывают. Ну, в среднем получится суспендер. Итак, друзья, подведем итог. В общем-то, воблерамы от фирмы Birking двухцветниками на копию Squat Mino от Jekal я доволен. В принципе, а рыбалка покажет. Когда сойдет лед, эти воблерки я буду стараться разлавливать. То есть, даже сниму видео игры ее, их в воде. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить эти видео. Обязательно сниму видосы, как они играют в воде. Мне даже очень интересно. Но пока, извините, пока еще лед. Продемонстрировать эту игру в воде пока не удается. Ваня это совсем не то. Естественно, ссылочки на эти воблерки я оставлю в описании внизу под видео. И не только на эти воблерки. Будут еще много других от биркинговских воблеров. Так что смело переходите по ссылках и заказывайте. Продавец проверенный, отсылает очень быстро, а отзывчивый. Можете переписываться с ним. Подбирайте себе любые модели, цвета и смело заказывайте. Также внизу в описании под видео будет ссылочка на мою партнерскую программу EPN, через которую я заказываю все китайские товары с AliExpress магазина. Если кто желает зарабатывать, практически все эти приманки, которые я заказываю, на которые я делаю обзоры, практически я их заказываю бесплатно, поскольку EPN программа работает, не начисляется кэшбэк от товаров, и я смело на эти же деньги прямо вывожу их на любые кошельки и с этих кошельков дальше заказываю. То есть получается вот такой круговорот денег. Практически своих денег я не трачу на приманки. Ну а всем, кому понравился вот такой большой или небольшой, не знаю какой получится видос, лайкайте. Или видос на обзор приманок от Jekal Squat Mino в 95-65 размере. Лайкайте, жмите на палец вверх. Также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить последующие видосы, а именно видосы, которые будут сняты уже на водоеме интересной игры этих приманок. А всем приятных просмотров и до новых встреч. Пока-пока.